Всем привет! В этом видео я буду учиться играть на гитаре с нуля. Вообще, я давно думал о приобретении гитары, но все как-то то нету денег, то нету времени, то думаешь, как играть, и, в общем-то, все это дело откладывалось по различным причинам. На самом деле, я об ней думал еще много-много лет назад, когда у меня не было вообще никакого инструмента музыкального, но все как-то не удавалось купить ее. Буквально год назад я о гитаре не знал вообще ничего. Я только единственное знал, что там есть 6 струн, есть 7 струн, ну и на этом все. И вообще я думал раньше, что одна струна – это одна нота. Я все никак не мог понять, почему есть 7-струнная гитара, где 7 нот. Ну, собственно, как и есть, да, если не считать черненьких диезов, бемолей. Но я об них еще даже, по-моему, и не знал. Или знал, что-то не помню уже. И почему, собственно говоря, 6-струнная гитара? Я думал, как там, почему там всего 6 нот, а почему нету 7-й? Никак не мог это понять просто. Сейчас, конечно, я уже немножко так познакомился с гитарой и чуть-чуть имею представление, что, в принципе, на одной струне там не то, что одна нота, там почти две октавы, в зависимости от того, сколько там ладов, практически две октавы на одной струне находятся. Представляете? Раньше я думал, что там всего лишь одна нота. Да, представляете, я в первый раз в своей жизни держу в руках гитару. В общем-то, я не специалист по ним, но, по-моему, ее надо настраивать. Что-то, мне кажется, струны так плоховато натянуты, мне кажется. Ну, в общем-то, сейчас я буду проверять ее по тюнеру. Я уже скачал, в принципе, на телефон тюнер себе. И надо бы проверить, конечно. Так, ну вот, вроде настроил. Не знаю, будет, не будет она держать строй. Да, гитара после синтезатора звучит так себе. Я бы даже сказал, вообще никак не звучит. Дребезжат там какие-то струны, ну и, собственно, никакой прелести пока я не вижу в музыке в этой. Итак, день второй у нас идет. Я отрабатываю какие-то бои. Вот, например, первый бой. Вот такой. Честно сказать, он что-то мне не нравится совсем. Возможно, я делаю что-то не то. Ну, короче, мне лично не нравится. Возможно, что-то не так делаю, но другие бои как-то мне получше нравятся. И также я пробую, конечно, первые аккорды. Вот, например, сейчас зажму. Тут просто длинная гитара не попадает в кадр. Пробую какие-то аккорды, вот, собственно, первые. Конечно, пока еще буквально там 2-3 штуки. Но с чего-то надо начинать. Так, день пятый сегодня идет. Пока не проверял сегодня еще гитару. Возможно, она расстроилась.
Чем я занимаюсь? Ну, также какие-то бои, аккорды вот учусь зажимать. Зажимать, переставлять. Так. Я уже запомнил некоторые из них. Вот аккорд у нас. Это до минор. Такой. Потом аккорд до мажор. Вот такой. Так. Сейчас зажму. Ну вот, в общем-то, и прошли 7 дней, как я купил гитару. Прошли они довольно быстро. Я даже, можно сказать, не успел оглянуться. Сказать, что я чему-то многому научился, конечно, можно и так сказать. Можно и, в общем-то, вообще сыграть, как бы сейчас, особо ничего и не сыграешь, потому что мало научиться зажимать какие-то аккорды и, в общем-то, использовать там пару боев. То есть мало зажать аккорд, надо еще его как-то и переставлять, и желательно бы быстро это все делать. Но, естественно, за 7 дней этого добиться практически нереально. Поэтому у меня получилось разучить такую мелодию на одной струне. Вообще я на них не обращал первые дни внимания, думал, что это будет проблемно искать тут лады, эти струны зажимать. Но потом что-то в интернете смотрел, смотрел, там попадались мелодии такие. И всеми знаменитый кузнечик тоже попадался, я его попробовал. И, к удивлению, он достаточно легко получился. Ну, понятное дело, с косяками, потому что где-то плохо зажимаешь струну, где-то не дожимаешь там, где-то задеваешь что-то еще там. Но, тем не менее, мало-мало получается. Так что вот такие дела, вот такие результаты спустя, собственно, неделю. Так, не видно, сейчас я сделаю, наверное, чтобы было видно. А то непонятно вообще, кто играет, я или не я. Вот так, наверное, будет видно. Так видно. Вот, в принципе, мелодия тоже такая довольно веселая, и играется она на одной струне. Можно играть ее.